Всех приветствую, ребят. Давайте разбираться, что это за игрушка. Озеро Мишау. Озеро Винни Багошиш. Если ты тоже смотрел «Жизнь Луи», то ставь лайкос. Карл знал, что на одном из берегов стоит роскошный особняк Уиллома. Детектив надеялся, что там он найдет способ покинуть это место. Телефон, машину или что-то еще. Быть может, заглянув за дорогую облицовку и дамасские кровы, он найдет ответы на свои вопросы. Да, если я не буду успевать читать такие быстрые тексты, то, как говорится, сори. Я не успел. Так, плывем. Это мы лодкой управляем. Хорошо. А направо можем повернуть? Нет, не можем. Так, бонжур. Угу, пустая лодка. Пустая лодочка. Ладно, плывем. Я так понимаю, это что-то типа триллера-хоррора, да? В некоторые моменты я управляю лодкой, в некоторые моменты я мой персонаж. Еще одна пустая лодка. Угу, а вон и особняк, да? Куда нам надо? Хорошо, давайте плыть. Так, а можно управлять лодкой или, не, или нельзя? Короче, вправо-влево он управляет, а вперед не хочет. Так, бонжур. Где вы стали библиотеки? Жесть. Так, бери... Блин, нас ранили. Да, до побачення. Каждый сам за себя. Поплыли отсюда. Так, давай, как плыть? Алло, Ира. Угу. Интересно, кто это был? Ну, явно не дикие существа, да? Хотя, все возможно. Так, давай всплывать. Давай всплывать, давай всплывать. Ну, алло. Можно возвращаться, даже если мы промахнулись, в дымке мы долго не протонуть. Какой дымки? Не хочу в дымку. Хочу в безопасность. Так, главное сейчас сознание не потеряй посреди... Посреди чего? Поля. Льдины, я не знаю, там. Давай, давай, давай. Во, безопасность. Идем в домик. Так, но бежать я не могу. Во, еще чуть-чуть, давай, еще маленько. И мы почти в безопасности. Все, хорошо. О, вижу медицину. Вижу медицину. А он дышит примерно так же самое, как я. На пятый этаж, куда поднимаюсь. Без лифта, примерно так же самое. Так. Походная аптечка для лечения ран. Ага, хорошо. Так, что у нас тут? Нажать на инвентарь. Давай, используем. Все, отлично, нам стало легче. Давай смотреть, что у нас тут ждет. Да, ты ж, револьвер, ля. Шикарно. Давай возьмем. Отлично, ну все, я теперь не переживаю. Мы теперь, я так понимаю, с вами в безопасности. Так, записка Шарля. Мы снова разминулись. Я просунул деньги под дверь. Когда закончишь с доставкой, положи ключ в беседке на привычное место. Отлучись на несколько часов. На следующий раз мы встретимся у шашечной доски. Готовься к тому, что я надеру тебе задницу. Окей. Welcome to the club, buddy, да? Так, забрать фонарик. Хорошо. Что-то нас еще ждет.
Так, кто ты? Во, топорик, отлично. Отлично, запчасти, материал для строительства и ремонта. Ага, у нас, наверное, будет выходить из строя, да, и пистолеты. Все остальное, доставка стройматериалов, ремонт беседки. Хорошо. Отлично. Так, что тут еще? Батарейка. Окей. Давай. Во, можно развести костер, да? Нажать Е. Угу, сохраниться. Давай. Давай сохранимся. Подтвердить. Окей. Все, отлично, ребят. Мы с вами сохранились. Я надеюсь на это. Так, что мы тут понямать, выпить ничего не можем? Ага, еще что-то взял, еще потрошки, да, взял? Хорошо, ладно. Ну, давайте тогда ложиться спать, я так понимаю. Все, да. Шикарно. Укрытие. Окей, на эмочку у нас с вами мини-карта. Сейчас нажмем, сейчас только проснемся. Будет какая-то катсцена или нет? Не, нету, хорошо, давай смотреть. Вот мы тут находимся, нам нужно... Ага, вот какой-то ключик. Ключ от поместья. Хорошо, хорошо, давайте... Давайте дальше смотреть, ничего ли тут не появилось. Что, даже кофе не выпьем? Даже не выпьем кофе. Понял, ничего, да, мы не выпьем. Окей, записка... Угу, это не то. О, дневник. Значит, мы будем сюда что-то записывать, наверное, да? И чтобы запечатлеть важные подсказки. Хорошо, все. Больше вроде ничего. Так, а давай посмотрим, как фотик работает. Так, окей. Так, детектива проводил... переводил восхищение принца работы моментального фото. Так, проводил, приведил. Тут больше ничего не надо фоткать, не? Можем идти отсюда? Да, можем идти, отлично. Я просто не знаю, что нам нужно фоткать, а что нам фоткать не нужно. Ладно, я думаю, игра нам даст, да, подсказку? Так, здесь ничего нету. Присесть можем, присесть можем. Не, здесь ничего нету. Сюда мы тоже зайти не можем. Ладно. Я просто не уверен, что нам должны с вами фотографировать здесь. Мы же должны в конце игры кому-то же доказательство аж принести, правильно? Того, чего, того, что здесь происходит. Так, ладно. Давайте, наверное, возьмем лучше пехоль. На всякий пожарный случай. Мало ли сейчас на нас... Бабайка нападет. Так, что тут у нас? Тут у нас с вами то ли патроны, то ли батарейки. О, полезли. Полезли, полезли. Ага, ну я смотрю, тут еще нужно будет следить за тем, что мы с тобой не замерзали, да? Так, особняк был виден издалека. Он... Выселился, неужели это особняк? Карл не мог поверить, что так быстро добрался до цели. Ага, ну давай сфоткаем особняк. О, шикарно. Все, у нас же фотография в этом инвентаре. Я надеюсь на этом. Так, знаешь что, давай проверим. Так, снаряжение... Документы, квитанция, записка, хорошо. Закрыть, прочее. Ага, где фотографии? Алло, алло, где фотографии? Нема, нема, да? Понял, ну нема так нема, ладно. Пошли отсюда. Пехали. И побежали. Нам вроде бы в эту сторону. Да, есть выносливость. И главное следить, чтобы мы с вами не замерзли. Значит, так понимаю, нужно будет где-то ночевать в каких-то укрытиях. Так, понял. О, бонжур.
тихо. Все, шикарно. Да погоди ты, погоди, вдруг не получилось. Фотография. Ладно, сфоткали, хорошо. А что ты там нямал, скажи мне, пожалуйста. Батарейки нямал, да? Понял. Так, топорик взять нельзя. Канистры тоже, коробки. Коробки, интересно, коробки разбиваются? Ага, разбиваются. Крыться два раза. Так, давай смотреть, что это. Скотч, да? Нельзя открыть. Почему? Алло, Эра. Ладно, нельзя так нельзя. А тебя? Понял, по дереву металлический звук. Шикарно. Крыться шикарно. Ладно, бежим отсюда. Бежим, бежим, бежим. Наверное, вот сюда, да? Только я так и не понял, кто нас нанял на работу, что мы узнали, что тут происходит. Ну, надеюсь, мы с вами об этом узнаем на протяжении игрульки. Так, эту дверь вырвали, приложив огромную силу. Угу, угу. Это кто? Ручной пулемет. Прикольно. Кривенький, да? А я могу закрыть его, забрать? Понял, не могу. Хорошо. А ты кто? Ну, еще. И разочек. Понял, красавчик. Классный топор. О, бонжур. Донде стали библиотеки. Так, давайте сфотографируем. Все, шикарно. Забрать. Все, теперь у нас с вами есть фотография. Так, прочее нету, документы нету, снаряжение. Где мои фотографии? Я фотографую Шлимака. Так, ладно. Давай посмотрим. Странное замерзшее тело. Ага. Так, нарукавная повязка охранника. Хорошо. Здесь еще замерзшие часы. 20 минут шестого, да? Во, ключ карта. Карточка доступа. Наделенное современное устройство, особенно для шахты на далеком севере. Интересно, что она открывает. А вот это хороший вопрос. Все? Так, нарисованная от руки карта. Ага. Отлично, все, вроде больше бы. Но здесь ничего с вами. Так, на шее видны синяки. Ладно, ладно. Давай посмотрим на мини-карту. Добавилось что-то или нет. Так, это наш очаг, это. Это кто? Какие-то листья. Окей. Ладно, нам прямо, прямо, прямо. Нам все время прямо. Так, кто ты? Так, защитная сумка для транспировки радиоактивных предметов. Хорошо, эта сумка со свинцовой прокладкой должна блокировать радиоактивное излучение объекта. Так, Карл взял сумку от всей души, надеясь, что ему не придется ее использовать. Окей, Карл, давай. Так, счетчик Гейгера. Ну, это понятно. И порядок оперативных мер. Катастрофа, кризис, аварии. Так, быстро. Вскрыть защитный ящик, находящий в служебной зоне. Вещества с помощью устройства. Помните, что вещества нестабильны. Хорошо. Окей. Надеюсь, мы реально не будем искать эти с вами вещества. А не будем потом светиться. Так, счетчик Гейгера. Ага, и куда? Куда-то сюда, да? Ладно, побежали. Так, 200 метров. А я сюда... могу подняться? Нет, я сюда не могу подняться.
Так, излучение не обнаружено. Ну вот, 187 метров, я вижу, что обнаружено. Так, сейчас мы с вами туда пройдем, конечно, до замка. Но давайте сначала посмотрим, что это такое вообще. Потому что если бы мы знали, что это такое, то мы не знаем, что это такое. Так, 120 метров, хорошо. А я дальше не пройду, да? Через забор. Наверное, не предусмотрено, чтобы я перепрыгнул. Ну да. Ладно, ладно, пошли сюда. Сейчас только на мини-карту гляну. Ага, правильно, окей. Окей, побежали. Или это светится замок просто? Тю. Ладно, давай фотик возьмем с собой. Сделаем красиво все. Во, вот так. Шикарно. Все, отлично, пошли. Поместье Гамильтона. Да ладно, даже открыто. Прикольно. Так, давай. Давай сюда. Шикарно. Потом на обувь себе поставлю. Давайте даже домик еще расклад с ним. Все, побежали смотреть, что нас тут с вами ждет. Только давайте, наверное, в руки возьмем пистолет. Потому что я без понятия... Ага, я сюда зайти не могу. А почему? А потому. Понял. Понял, хорошо. Тихо. Слышите, да? Вот этот звук. Что это такое? Что за звук? И что мы тут можем с вами залутать? Ага, это радио просто. Шикарно. Так, сменить частоту на буковку D, да? Так, надеюсь, нам... Сейчас не придется искать какую-то частоту. Так, если вы слышите сообщение, внимание, найдите место, где можно укрыться. Выходите наружу только в крайнем случае. Если вам необходимо выйти, возьмите с собой оружие и оберегайтесь всех, кто связан... Кто связан с чем-то там. Держитесь как можно дальше, дикие животные. Звери ведут себя очень агрессивно. Повторяю, не подходите к животным и берегите всех, кто связан ГКК. ГККТТ. Хорошо, понял. Так, если вы слышите это сообщение... Так, надеюсь, когда я выйду, оно не будет больше шуметь. Так, мы с вами что-то тут насобирали. Все, дом достали библиотека. Держитесь подальше от зверей, это-то я понял. Так, давай посмотрим, тут где-то ключик должен быть. Ага, вот сюда. Где-то тут должен быть ключик. От особняка. Только где и у кого? И главное, что сейчас на нас не напал никто. У нас-то, в принципе, пехалей с вами, но я не уверен, что он нам поможет. Всяких монстров. Так... Ключ, наверное, где-то здесь, да? Угадал? Да, ключик здесь где-то. Только где? Во, ключ от поместья. Это хорошо. Но если бы мы не нашли ключа, то воспользовались бы ломиком. Вы разбили по кнопке, залезли туда. Так, можем пройти. Так, заперто с другой стороны. Ну, как обычно. Я говорю дома, помните? Сейчас только дын-дын-дын-дын-дын-дын. Так, нельзя открыть, хорошо. Ага, кто-то варенье ел, да? Понял. Ладно, идем. Идем сюда. Заперто с другой стороны. Угу. Окно разбить не могу, да? Так, насколько я понял. Хорошо, ладно, давай пробежим. Пробежим и зайдем вот сюда. Использовать ключ.
Все, шикарно. О, бонжур. Вроде видно, а у нас же в сумме, по-моему, где-то был фонарик, да, если я не ошибаюсь? Ну вот фонарика. А, фонарика, фонарика. Так. Батарейки садятся фонарика. Ладно, тогда возьмем в руки револьвер. Давайте осматриваться. Немножко, как говорится, пошныряем здесь. Мало ли, может, что-то сможем найти с вами. Хотя навряд ли в начале игры нам будет что-то давать интересное. Так, бонжур, Мишка. Во, предлагаю сохраниться. Так, сохранить, подтвердить. Окей, вишки. Все, мы с вами сохранились. Так что если что-то произойдет, то нам не придется далеко с вами бежать. Это меня радует. Так, это кухня, да? Кухонька, кухонька. Так, погоди, пехаль, пехаль, пехаль. Вот ты пехаль. Так, и что это было? И что это было? Во, аптечка. Аптечка. Блин, а куда все делись? Может, они услышали передачу по радио, типа, до побочения? Ладно, кроссворд. Все, нам ничего больше не надо. Надеюсь, нет. Так, сюда и пройти мы не можем. Все, тупичок. Так, сейчас, ребят, две секундочки и продолжим. Крыться и продолжим с вами. Ладно, идем обратно. Раз тут тупичок. О. Ага, это выход на улицу, да? Да. Хорошо. На всякий пожарный откроем, потому что если придется убегать. Если придется убегать, то там хотя бы запасной выход будет. Ладно, идем, значит, там, где была куча снега. Ну, либо. Так, нельзя открыть. Хорошо. Но единственный вход либо сюда, либо. Либо сюда. А сюда я пройти не могу, да? Да, что мне для этого нужно? Что мне для этого нужно? Лопата, наверное. Ладно, давай пройдем. Давай пройдем, давай посмотрим. А у нас задание не пишется случайно? Так, что нам нужно? Карта. Территория особняка. Хорошо. Не, задание нам не пишут. Так, и наверх я туда тоже не могу залезть. И что вы мне предлагаете? Крица, и что вы мне предлагаете? Ну, как мне сюда пройти? Ты серьезно, через снег не можешь пройти? Ну, ё-моё. Только не ври, что сейчас нужно будет взять. Не знаю, там кастрюльку нагреть воды. Пройти сквозь снег. Так, свечка, чашка. Хорошо, ладно, давай попробуем еще раз. Попробуем еще раз. А могу ли я с помощью топора тебя разломать? Наверное, навряд ли, да? Ну да. Если можно было, я, наверное, тебя уже разломал бы. Ладно, ладно. Телефона? Нет сигнала. Так, помыть ручки не можем. Попить чаю не можем. Мы ничего не можем. Так, не работает. Ага. Так, похоже, он застрял между первым и вторым этажом. Хорошо. А спрыгнуть мы тогда тоже не можем, да? Окей, окей, окейшки. Так, были мы здесь, не были? Так, заперто с другой стороны. Заперто с другой стороны. Интересно, это...
Канадская монета. Интересно, этот фонарик не садится, который у нас сейчас с вами светится, или садится? Или он чисто типа автоматически включается? Знаешь, у меня очень много вопросов. Но... камень, как говорится, как-то так. Так, ладно, идем. Тут ты? Пластинка. Хорошо. Так, человек и его грех. В поисках магии. Частный детектив. Харви был уверен, что дело магии. Ага, ты целую книжку, да, читать? Понял, спасибо. Спасибо, но как-то может уже в следующий раз мы это с вами сделаем. Так, давайте здесь тоже откроем. Отлично. Так. О! Счетчик Гейгера, да? Излучение обнаружено. Вот тут, походу. И куда нам нужно идти? Так, кто ты? Скотч. Хорошо. Потрошки. Блин, чересчур много потрошков. Это мне не нравится, потому что чем больше потрошков, тем больше всяких бабоек будет на нас нападать. Я так уверен. Так, заходим. Ага, заперто с другой стороны, ладно. Идем тогда попробуем сюда. Все, шикарно. Очередной журнальчик, да? Дикая охота, хорошо. Шахматы. Здесь вроде ничего нету. Прикольно. Камень, тупо дома камень. Шикарно, никто не хочет себе такой же самый булыжник. Так, это выход на улицу. Выход на улицу. Ага, изолента. Ну, либо скотч, либо изолента. Так, ладно, давай глянем, что у нас здесь. А, это выход на улицу, да? Ботанический сад, я так понимаю. Ладно, не. Пойдем, 40 метров осталось. Ой. Что происходит? Что происходит? Нам, походу, плохо. Да? Так, а может все-таки достать лучше пехоль, чем счетчик Гейгера. Так, 33 метра, ага. Это два варианта. Либо у нас белка с вами, либо реально тут что-то происходит. Тихо. Во. Ага. Ну, волк будет бежать. Ой-о. Ты кто? Алло, отстань. Отстань, у меня есть револьвер, и не побоюсь им воспользоваться. Все, хорошо. Можно возвращать счетчик Гейгера, да? Во. Шикарно. Так, в бар нельзя пройти. Здесь заперто. Хорошо. Блин, я сейчас бы бильярд, наверное, сыграл бы. Та ты шуля. Вот это я понимаю. Вот это песня. Это летняя песня, ребят. Так, зайти могу? Не, зайти не могу. Надеюсь, это летняя песня без авторских прав. Потому что я их знаю. Начнется потом. Так, фауна, фауна. Хорошо. Нам, наверное, на второй этаж, да? Только как тут? Алло, ты по ступенькам не можешь подниматься? А не можешь. А почему? А потому что здесь завал, да? И что, я здесь не пройду? А, книжный шкаф слишком тяжелый. Отсюда не поднять. Тихонечко, тихонечко, не трещи, пожалуйста. И что, типа, как не поднять? А вот сюда и пролезь. Бесишь меня, игра. Отсюда не пройти. Откуда тогда пройти?
Куда идти? Так, и куда нам идти? Здесь сохраниться нельзя? Нет, сохраниться нельзя. Хорошо. Здесь, наверное, тоже, да, закрыто? Ага, снегом. Снегом замело. Хорошо. Ладно, идем. Тихонечко. Что здесь? Заменить батарейку. Каким образом? Так. Хорошо. Давай включим. Давай включим и пройдем. Блин, опять начинается какая-то ерундистика, да? А можно чуточку быстрее? Я понимаю, что у тебя там галюны, тебе плохо, но... Давай чуточку. Во-во-во, молодец. Так, заменить батарейку. Хорошо. Так, нажмите Е. Жесть, да вы издеваетесь, мы же так что в доме были. Алло, игра. Крыца, не прикалывайся. Так, давай возьмем пехоль. Посмотрим, что здесь происходит. Бонжур, мистер Усан. Как ваше ничего? Вы не против, я здесь похожу, посмотрю. Вы же на меня нападать не будете. Ага, их двигать надо. Шикарно. Только в каком направлении? Во. И чё? А ты? Или мне нужно... Что мне вообще нужно? Так, а ты что хочешь от нас? Угу. Понял, у тебя усы есть, а у вас? И у вас тоже, да, усы есть? Не, нема. Ладно, идем в домик. Вот еще кто-то. Вот тут еще кто-то. Так. Дай зайти. Так, сейчас дверь закрыта наглухо. А как я тогда зашел сюда? Ага, то есть ты проглючила, да? Дверь закрыта наглухо. Хорошо. Что мне нужно делать? Что мне, кажется, нужно делать? Скажи, пожалуйста. Что ты от меня хочешь? Ну все, вроде ровно. Или не? Или не ровно? Или кто? Или где? Ладно, давайте попробуем так сделать. Честно, я без понятия, что от меня надо. А можно я выстрелю разочек? Понял, можно. Только это бесполезно было. То, что я стрелял. Так, ну тут есть какой-то... Какой-то вот такой тип там есть, да? Вот этот он стоит. Мне, может, их нужно как-то придвинуть друг к другу. Или что мне нужно... Или что мне нужно, что от меня хотят? Я, честно, без понятия. Тут мини-карта есть. А, карта недоступна. Прикольненько. Я понял, что их нужно как-то совместить. Только каким образом это сделать? Так, а дай фотоаппарат, пожалуйста. Пойдем сфоткаем. Пойдем, подойдем ближе.
не сфоткаем. На всякие пожарные. Так, что это такое? Не понял. Почему не видно? Ля, лазик какой-то, да? Лазик с какими-то надписями. Ладно, давай еще раз. Угу. Волк. Прикольно. Так, оно. И тут картины какие-то. А вот и картина с волнами, да? Что я делаю не так? Что я делаю не так и что от меня хотят? Так, может, нужно в доме что-то искать? Ладно, давай тебя сфоткаем. Посмотрим. Опять картина волка. Опять картина волка. Хорошо. Ой, все, до побачения. Вот это... Вы начинаете мне тут рассказывать. Ладно, мне нужно найти волка и какую-то картину. А, ты меня не выпустишь, да? Прикольненько. Так, а счетчик Егера может? Так, извлечение не обнаружено. Вот ты от меня хочешь, скажи, пожалуйста. Так, дневник. Озеро Винни-Багошиш. Так, следующее. Угу. Корлючки, корлючки. Машина, чемоданная. Можно мне узнать... Ага, нельзя, да? Блин, тут еще фотографировать все подряд надо, ля. Как мне с этими монстрами тут разбираться? Кто подскажет? Посюда следи. Кровопролитие. Ладно, что у меня еще есть? У меня есть топорик. Донде стале в летеке. Ладно, давайте дерево разрубим. Ага, а дерево все равно. Руби, не руби. Если тебе все равно, да? Ну... Алло, игра, отпусти меня, пожалуйста. Во всех смыслах этого слова. Ладно, пройдем сюда. Только сначала возьмем с собой пехаль. Фонарик пока включать не буду. Мало ли еще пригодится. Так, я смогу сюда перелезть? Нет, сюда перелезть не могу. И здесь все... Закрыта невидимой стеной, которая меня не пускает. Самое интересное, что я даже их активировать не могу, вот эти вот штуки. Да, ты что, могу пройти, да? Ага, только недалеко. Ладно, ты загорелся, что ты от меня хочешь? Что ты от меня хочешь, скажи, пожалуйста. Давай смотреть. Так, фотография чего-то там кого-то. Кого-то чего-то. Хорошо, сбросить. Сейчас дверь закрыта наглухо. Открой, пожалуйста, открывай. Пожалуйста, но я не знаю, что делать, честно. Я без понятия. Так, привет. Волк. Ну, это волк, да, лежит. Че висит, че стоит. Хорошо.
Хорошо, хорошо. Дай мне фонарик, дай фонарик. Может, тебе светить нужно? Или не нужно тебя светить? Чё ты от меня хочешь, игра? Алло, скажи, пожалуйста, скажи, я сделаю. Так. Везде рука, везде какая-то... Блин, ничего не вижу. Фонарик выключи, пожалуйста. Выключись фонарик, пожалуйста. Ну, я долго тебя двигать буду. Так, наверное, на этом наш ролик заканчивается. Я сейчас попробую разобраться, что тут нужно вообще. Что от меня хотят. Тогда мы с вами уже продолжим. Потому что отсюда мы с вами так... Не выберемся, да? Здесь ничего нельзя сделать. Вроде бы нельзя. Блин, макнуть бы тебе в голову пульку. Ну, только это все бесполезно. Так, ладно, все. Всем спасибо за просмотр. В следующей серии попробуем разобраться, что нам нужно и как действовать дальше. Так что все. Всем пока-пока.